Я болею, мама мне говорит, мама, я же за рта часто не поехала. И родители остались вызов, а все это еще в месяц. Водитель продает абонементы вот эти. Вот, пожалуйста. Продаем. Вот они еще, как говорится. 18 рублей, да, проезд стоит? Да. Здесь баня сами топили рабочие, и где-то нагрелась труба. Стали вот кражи, то рельсу оторвут, унесут, то контактную сеть украдут. И вот как-то, и нерентабельно стало, люди стали уезжать с города. Возить пустые трамваи, мы решили, что одного достаточно. Потом у нас появились маршрутки, автобусы. И, соответственно, это все быстрее, удобнее. Люди предпочли другой вид транспорта. И вот мы просто как приоритет сейчас работаем. Здесь никто не садится, не выходит, ну, грибники летом там. На автобусе быстрее, если дело назначено на какое-то время, то нужно еще ходить, ждать, а на трамвае доедешь и как раз. Наш трамвай внесен в Книгу рекордов России, и тоже такой факт очень для нас значимый. Вот, поэтому трамвай для нас это как символ города,